О, блин! Да ну, что вы делаете, а? Он бежит за мной. О, блин, ты отсюда! Ёкарный бабай! Друзья, всем здорова, вы на канале FFG TV, меня зовут Дима, и добро пожаловать в игруху Mr. Hobbs Playhouse. Третья часть. Это только демо-версия. Мы с тобой играли уже на FFG TV первую и вторую часть. Да, я где-то, может быть, не всегда проходил ее, но давай заценим эту. Итак, погнали. О, нифига себе, как тут все изменилось. А там был вид сверху, помнишь, мы бегали? А здесь так по-другому прям графон такой другой. Я играю по-прежнему за эту, кстати, девчонку. Е. Открыл двери. Где мы? Не совсем пока могу понять, что это и как это. Что такое С? Присесть. Ага, ну просто можно типа садиться. Открываем двери на Е. О, теперь она бегает, отлично. Мы с тобой по-прежнему, я так понимаю, в том же замке, как и во второй части, но здесь уже совершенно другой графон. Игру сделали такую, более 3D-шную. Так, я не могу. Ага, заходим. Кристаллики собираем. Пока никого нигде. Так, картины. Загадочные картины. Фрукты. Там какой-то корабль. Пойдем сюда. Пока ничего особенного. Пока просто мы открываем двери. Опа. Блин, вот это уже интересно. Уже коридоры начинаются загадочные. Тут нас уже может кто-то начать пугать. Блин, какая цель в игре-то? Что мне нужно сделать? Тут закрыто. Блин, такое ощущение, как будто где-то ветер дует. Очень неприятный звук. Как вы помните, там ходят чуваки в разных абсолютно масках, и у них у всех разные свои определенные свойства. Там кто-то пугает по-своему. Так, в этой комнате, ребят, ничего. Опа, смотри, хоть подсказка есть. По-любому что-то тут в этом есть. Вот надо приглядеться к этой картине. Так, треугольник. Я думаю, это нам еще понадобится. Ну ладно, чуть попозже. Блин, как мне не нравятся вот эти темные коридоры. Так, надо не забывать на картины поглядывать. Могут быть какие-то подсказки. Опа, дверь. Нет, не дверь, а что это? Ну, она вообще как бы не открывается. Стопарь. Ага, я с тобой говорил, помнишь? Ну, примерно, смотри, вот так. Нет? Ладно, пойдем туда еще раз. Вот это все уже началось. Что надо сделать? Ну-ка еще раз. Подсказка здесь. Смотри, смотрим на картинку. Треугольник. Потом сюда, туда и туда. Ага, все. Теперь я понял. Единственное, я не могу понять, откуда старт. Там, где кружок или там, где... Смотри, получается вот так. Раз, два, три и теперь вот сюда. И чё? Я думаю, мы открыли вон там дверь, которая была закрыта. Нет. А чё мы открыли-то? Мы что-то открыли по-любому где-то. А, наверное, вон ту дверь в середине. Ну-ка еще раз. Блин, как замудрено уже. А ведь только начало. Да вы что, прикалываетесь? Короче, разобрался я. Оказывается, кружочек это там, где надо начинать. Вот, а я начинал немножко с другой стороны этого треугольника. Сейчас что-то только что у меня какой-то звук был, что-то открылось. Пойдем смотреть. А, вот, смотри, вот эта дверь открылась сразу же. Далеко ходить не надо. Так, и что здесь? О, тут ключ. Берем ключ. Ключ я знаю куда. Пойдем от той двери. Ха-ха! Разобрались. А может быть от этой? Нет, значит от той. А это закрыто еще. Интересно. Так, а тут что тогда? Ёк-макарёк. Что с этим растением? Что оно мигает? Чего у тебя такие глаза печальные? Да, блин, господи, черт возьми. Фух, я уже старенький, нельзя мне так пугаться. Так, что это такое? Что за кнопка? Чё? Сюда кто-то идет. Я прям слышу какие-то звуки. Опа, записон какой-то. She can never know the truth. Ага. А подсказка будет какая-то? Ну, типа, куда нажимать? О, а что здесь? Ага, их двигать можно. Так, может быть, эту бочку надо подвинуть на вот эти штуки? Точняк. Но мы нажали на нее. Вот еще одна бочка. Соответственно, это туда двигай. Отлично. Раз, два. Где-то еще есть бочка? Или может мне просто встать? Оу май! Что такое? Что открылось? А, вот эти... Нифига себе, так это ворота были? Обкакаться можно. Куда я все время иду? Так, куда мы с тобой пришли? Она по-прежнему расстроена какая-то. Ну я на ее месте бы тоже обкакался бы в этом. Можно на пианинке поиграть, отлично. О, началось, блин. Здоровые коридоры. Так, ладно, а там что? Блин, здесь не лучше, по-моему. Какой-нибудь зверина выскочит. Что это было? Блин, а? Какие же тут здоровые коридоры. Куда, если что, бежать-то? О, май гад. Блин. А, пойдем просто присядем. Бежим. Отлично. Так,
Что здесь нас ждет? Все? Ой, дровину какую-то взял, ребят. Я ее взял с собой. Беги, 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 беги. Отлично. Так, куда-то мне кусок дровины нужен будет понадобиться. Еще здесь меня ждет. Там только что был какой-то глаз. Я реально видел там какой-то глаз. Вот в этой дырке смотрел на меня. Блин, что за фигня, а? Так, мы оттуда пришли. Туда я не ходил. Сюда вот не ходил. Открыто. Чего они так косо сделали? Они пока у них демо-версия, конечно, еще косая. Я чуть не могу нормально стул двигать. Ни вперед, ни назад. Зашибись. Я его подвинул, а теперь как? Ёкарный бабай. Идем сюда. Так, вот тут сейчас будет топор. Ага. А, подожди, тут дровина. Вот, да, дровину принес. Не зря за ней сходил. Опа. Опа. Е-е-е. Вам не халям-балям. Что такое? Я пока ни хрена не понимаю, если честно. Куда я все бегу? Это, походу, лифт. Куда-то я приехал. Ну, куда-то вниз. Вау. Ага, опа. Нифига себе. Вот это молот. На. Блин, я уже запутался, ребят, где я хожу. Реально. Он такой здоровый, этот замок. Мама мне, столько дверей. Туда-сюда. Так, вот это надо будет толкать по-любому, да? Пока не знаю, куда. Пойдем сюда. Ух ты. Какой-то ключик. Так, ну этот ключик надо как-то открыть. И я так понимаю, вот этот ящик мы должны куда-то подвинуть с тобой. Блин, ну как же они криво сделали, чтобы толкать ящики. А куда его можно подвинуть? Что здесь есть вообще? Да ё-моё. Кто? А-а-а! Да ладно, что за фигня? Ты кто? Пошел отсюда. Ты что там стоишь? Офигеть. Обосраться можно, кто ты? Закрыть дверь. Сюда он сюда не входит, слышь? Так, подожди, вот тут что-то еще крутить надо. Пока он там стоит, я не знаю. Чего ты сюда боишься сходить? Беги, 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 беги. Тут дверь. Открыто. Ага, тут тоже эта штука. Блин, мне нужна подсказка. Пошел этот типон. Здорово, братан. Hello, мистер. Ага, промахнулся. Косой ты, слышь? Так, я что-то не могу понять. О, блин. Да ну, что вы делаете, а? Куда он побежал, этот зверина? Тут же негде, ни двери, ничего нету. Просто тупо обман, что ли? Так, вот сюда мы еще не ходили с тобой. Тут двери открыты, закрыты? Ну да, закрыты. Ну и что делать, объясни мне. Вот что тут надо делать? Там этот скелетон. Вот эти фигни надо как-то крутить. А плюс здесь, соответственно, у меня есть ключ, который за решеткой. Куда мне двигать вот эту коробку? Кто мне объяснит? Ну тут надо найти какую-то подсказку. Вот что-то из этого какого-то элемента должно быть на камне. Вот стрелочка указывать на него должно. Ну что конкретно, я не знаю, потому что тут их два. В той комнате и в этой комнате. Надо где-то искать подсказку. Подсказка может быть вообще где-нибудь, черт знает в каком зале, потому что тут залов не сосчитать. Так, тут этот молот. Вот сюда мы еще не ходили с тобой. Сейчас тут нас по-любому тоже кто-то напугает. Нет? Так, я на лифте приехал. Ну, поехали тогда назад. В смысле? Как, мы не поедем назад? А что нам делать тут? Все, мы в западне? Блин, а если б я знал бы, я бы сюда не спустился. Короче, нам надо что-то тут делать, мутить. Так, ну что, надо искать подсказки. Так, а вот тут кони. А, так вот же иероглифы. Блин, надо это зафоткать. Подожди, я же не запомню. Давай зафоткаем. Все, погнали. А, погнали теперь туда. Вот это дичь, я вам скажу. Так, тут сейчас этот скелетон, аккуратней. Вот он, нашли, есть, раз. И в другой комнате другой, пойдем. Так, не то. Да, вот это мне надо. Кстати, какой-то звук был. Все, он, да, он. Все, ребят, мы их покрутили. Сейчас что-то должно пойти. То ли открыться, то ли... Я думаю, вон там ключ. Ключ, который, может быть, он открылся? Точняк, смотри. А ключ, скорее всего, открывает те самые двери, которые ведут по лестнице. Вот сюда, вот. Пойдем проверим. Аллилуйя! Другой вопрос, куда мы с тобой попали? Здоровенный зал. Тут ничего нет. А что, реально тут ничего нет? Как-то абсолютно пусто. А. Это кролик.
Это кролик! Мне нужна какая-то дверь, срочно. Он бежит за мной. Вот началось. Блин! Да-ка там тупик был, куда я убегу? Здорово! Пойдем сюда, я сюда не бежал. Я, честно говоря, вообще не знаю, куда бежать надо. Ну, я первый раз играю, тут непонятно, где, что. Он бежит за мной. О, блин, ты отсюда! Ты же сзади был! Да ты чё, блин, да как? Куда надо вообще убежать? Какую-нибудь дверь хотя бы, что-то, подсказку. Нет, нет! Блин, он рядышком. Он меня поймает сейчас. Двери. Его нет. Ушел? Или что? Шторки везде открылись. Вон он. Опа-опа-опа-опа. Тихо-тихо-тихо. Блин, какой он зловещий здесь стал, а? Слушай, здоровенький такой. Ого, сколько кристалликов. Куда он пошел? Сюда, походу, надо коробку принести. Хитрит Мадрид, а! Да ну тебя, я же вообще не знаю, где ты ходишь, бродишь. Ну все. Ну да, я влип, походу, по полной. Короче, ладно, я предлагаю здесь остановиться. Ребят, прошу вас, напишите в комментариях, кто играл, кто проходил. Что мне надо здесь делать? Пожалуйста, напишите. Я не в курсе, я не играл. Я играю абсолютно первый раз. Но мне нужно попытаться сбежать от этого кролика. Но потом, скорее всего, еще от остальных. Жду от вас комменты. Ставьте лайкосик и обязательно подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.